Картофель бывает разных форм, размеров и цветов и насчитывает 5000 сортов благодаря фермерам, которые защищали его биоразнообразие на протяжении тысячелетий. Картофель – это наша традиция процветания и питания. Картофель в мундире, гратен или пюре, жареный, вареный или запеченный. Нам нравится его вкус и разнообразие. Давным-давно в Андах началась история непримечательного клубня. Проделав долгий путь, картофель был одомашнен многими народами. И, несмотря на трудности, проявил свою жизнестойкость. От пропитания быстрорастущего населения до поддержки источников средств к существованию и борьбы с изменением климата бесстрашный картофель заслужил репутацию основного продукта питания. Давайте вместе отметим роль этой культуры в построении лучшего будущего.